По инициативе благотворительного фонда помощи детям «Край добра» с 17 декабря на территории Краснодарского края проводилась благотворительная акция «Елка желаний». Благодаря участию в ней юные славянцы, нуждающиеся в особой заботе, получат долгожданные подарки к Новому году. Здравствуйте. Здравствуйте. Новогодние желания, написанные на снегирьках волшебной елки, одними из первых исполнились у маленьких Максима, Романа и Веры. Специалисты Управления социальной защиты населения вручили детям столь долгожданные подарки, получив которые, ребята сразу же принялись их рассматривать. От большой машины, поросенка и набора для творчества дети просто не могли оторвать восхищенный глаз. За чудесные подарки они поблагодарили новогодним стихотворением. С Новым годом, с Новым годом! Здравствуй, Дедушка Мороз! Ты из леса мимоходом елку нам уже принес. На верхушке, выше веток, загорелась, как всегда, пятикрылая звезда. Подарки с елки желаний обязательно найдут своих адресатов. И все дети, чьи желания были размещены на волшебной елочке, обязательно к Новому году получат подарки.